Завтра на арене Центра спортивной подготовки «Триумф» пройдет грандиозный концерт межрегионального конкурса этно-поп-музыки «Под одним солнцем». В проекте участвуют представители 11 регионов страны. Все артисты прибыли в Якутск и готовы показать самобытную культуру и музыку своего народа. Конкурс в таком формате в Сибири проводится впервые. Подробнее расскажет Нургуяна Егорова. Сегодня в «Триумфе» полным ходом идут репетиции. Уже завтра на большой импровизированной сцене артисты представят по две песни. Это грандиозное событие как для Якутии, так и для нас, для творческих людей, так как мы постоянно находимся в поисках чего-то нового, постоянно себя реализовываем как артисты. Поэтому хочу выразить огромную благодарность всему якутскому народу, Министерству культуры Якутии, что организовали такой хороший конкурс очень высокого уровня. Республику Алтай представляет художественный руководитель Оркестра национальных инструментов Центра народного творчества, обладатель Гран-при Международного курултая сказителей, лауреат Государственной премии имени Калкина Берген Тильденов. Я сам вообще исполнитель горлового пения и сказаний, эпос рассказываю, да, вот, этнический музыкант. И, конечно, и этнопоп жанре тоже, этно-эстраду тоже пою. И в моем песне, конечно, содействовано, конечно, горловое пение, хай, гуймей, сыпысхы, кархара, вот эти три вида, все содействовано. И мои национальные инструменты, это икеле, это топшур. Проект «Под одним солнцем» покажут региональные телекомпании. Всего с НВК «Саха» подписали договор 10 каналов. Также непосредственное участие примут и зрители. С 15 декабря по 15 февраля пройдет интерактивное голосование за участников проекта. Открытие регионального конкурса состоится завтра в 19 часов. Организаторы обещают зрелищное шоу. По сценографии, если взять, у нас ширина нашей сцены составляет 26 метров, глубина 15, высота 9. Если так сравнить сцену-коробку, например, театра оперы балета, у нее рабочая площадка – это 14 метров, высота 8. Поэтому для нас это, ну, очень большая работа, мы считаем. Мы должны своих гостей, республику в эфире представить очень красиво, очень так, чтобы не было как минимум стыдно. Финал конкурса пройдет 18 февраля. Под флагом Республики Саха-Якутия выступит Айсен Амосов. Победитель будет выявлен, жюри, в состав которого войдут представители всех 11 регионов. Еще один победитель выявится по итогам СМС-голосования. Общий призовой фонд конкурса песни составляет 1 600 000 рублей. Юргена Егорова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.